1995 году по инициативе директоров Староскольского техникума и профессиональной школы Фриденберг было подписано соглашение о сотрудничестве. За эти 22 года 64 студента и 37 преподавателей Старого Оскола посетили Зальцгитер по обмену. Главная цель – увидеть в работе ведущие предприятия регионов. Это непосредственно практика на предприятиях города Зальцгитер, такие как завод Volkswagen, завод Bosch, и на металлургическом комбинате города Зальцгитер. И с немецкой стороны будут также приезжать студенты, которые обучаются непосредственно в Германии, будут приезжать к нам в Россию для того, чтобы проходить практику на наших ведущих предприятиях, таких как Сталинский ГУК и управляющая компания «Славянка». Еще одна немаловажная задача – налаживание дружеских отношений. Русские и немецкие студенты работают над совместными проектами. Один из таких – оборудование рабочего места для инвалида. Мы понимаем, что сегодня Германия признана лидером подготовки профессиональных кадров в мире. И мы понимаем, что взаимодействие с вами позволит подготовку Российской Федерации тоже вывести на высокий уровень. Уже 11 июля Старый Оскол ждет новых гостей из Зальцгитера. Школьники во время своего визита будут жить в русских семьях. За эти 11 дней они узнают наш край и саму Россию изнутри. Ирина Бойко, Жанна Краснянская, Новости Мира Белогорья.